Смотри, ты каждый свой звонок начинаешь так. Добрый день, меня зовут Александр. Вот в чем фишка? Как только клиент слышит фразу «меня зовут», он понимает, что ты с ним знакомишься. Значит, ты незнакомец. Ты чужой человек. А какая автоматическая реакция у мозга на чужих незнакомых людей? Это настороженность, это какое-то недоверие, это сопротивление. Тебе говорят, что вы хотели, нам ничего не нужно, нам не интересно. Есть такое? Нужно наоборот, создавать ощущение, что ты свой человек. Как будто до этого ты с ним уже разговаривал. Как будто он твой товарищ знакомый, хороший. Для этого просто вместо «меня зовут» традиционного, говори слово «это». Например, Алексей, доброе утро. Это Александр из компании. Вот в этом случае мозг клиента будет принимать тебя за своего. И значит, шанс о чем-то договориться в будущем будет гораздо больше.